«Где башкир, там и курай», гласит старинная народная поговорка. Для Вилмира Аубакирова игра на музыкальном инструменте – это не просто увлечение, а дело жизни. Владеть искусством непросто, рассказывает мужчина. Важно научиться правильно дышать. На курай играли наши деды, прадеды играли. И поколениями вот этот инструмент передался мне. Вот. Я тоже продолжаю традицию. У меня тоже своя семья. Я детей тоже учу играть на курае. Три звука. Вот звук курая, звук горлового пения, звук грудного пения сочетаются в одном инструменте. Очень сложный инструмент. Просто если научиться, очень правильно. Каргатуй – это древний башкирский национальный праздник. История его не просто многовековая, а тысячелетняя. Предки башкир верили, что весну на кончиках крыльев приносят грачи. Поэтому в этот день старались задобрить крылатых вестников. Для этого варили кашу и угощали пернатых. Мы мусульмане все, башкиры. Вот когда грачи прилетают, мы их встречаем кашами. Это для чего? Для того, чтобы они отблагодарили нас и чтобы были урожаи. Ну, мы должны сейчас грачи кормить. Ну, покормим мы их. И людей, чтобы люди тоже это, отблагодарили нас. И все было все хорошо на земле. По традиции башкиры накрывают праздничный стол. К чаю подают блины, чак-чак, баурсак, хворост и другие сладости. Считается, что год будет урожайным и удачным, если на празднике все будут сыты и довольны. Вообще у башкир любой человек, который приходит в гости, он самый главный после Бога, да? После Аллаха. Поэтому, когда гости приходят, что бы ни было, как у тебя, какое настроение, что у тебя там в доме, это никто не должен знать. Ты должен все то, что у тебя дома есть, какие угощения есть, все должен поставить на стол, человека встретить. Праздник проводится Самарской общественной организацией «Курултай Башкир» и Домом дружбы народов при поддержке администрации города уже 18 раз. В этом году он посвящен участникам специальной военной операции и их семьям. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.